Ребят, всем привет! Сегодня выехал в лес немножко поснимать машину и рассказать, главное, вам о последних изменениях, которые с ней произошли. Для тех, кто не подписан на мои видео, в первую очередь это разварки. Не сильно широкие и, ну, не сказать, что узкие. Новость номер два – это вырезанные арки. Сейчас они абсолютно круглые, ну, чуть-чуть еще подровнять и будет отлично. Вот тут тоже, естественно, все вырезали и еще посадочка небольшая. То есть перед надо было, конечно, еще немножко больше уронить, но в принципе нормально. То есть кажется, что перед задранный за счет того, что передняя арка выше, чем задняя. Вот. Будем ставить фендеры, получается, и красить. Привет, Оля. Итак, короче, стоим сейчас у меня во дворе с Егором. Я съездил за город немножко. Трансляцию делает. Вот так, смотрите через нас. Да-да-да, короче, отдыхаем, все, огонь, тут пацаны сидят. Ты мою ссылочку, кстати, блядь, на YouTube-то поставь, Инстаграм. Да-да-да, все, к Егору подписывайтесь. Я забыл, как у него Инстаграм, как у тебя правильно? Я, короче, недалеко. Там 4 буквы какие-то, да? Сейчас, бля, покажу. Короче, ебаш. Ебаш, через трансли там просто, ебаш. Короче, хулиганский стоцк везде ищите, на ютубе. Через хэштег. Через хэштег, да. Хулиганский стоцк и все. Да-да-да, вот наклейка, ее походу не видно. Ну ладно, пофигу, хулиганский стоцк ищите, добавляйтесь к Егору. Дай телефон, бля, фонарик. Помогаем чувакам с боевой классики. Нету счастья, знай, просто знай. Знаешь, она хоть точку летит на будет. Мне надоело жить в коробке. Дайте воздух, дайте почву. Это мы буксовали все это время.